Главное богатство Томской области – это люди. Их всего чуть больше миллиона человек в этом регионе. Но это лучший миллион. Ну, практически с детства моя привязанность была к механизмам, к металлу. Выйдя на пенсию, ни минуты не задумывался, чем я буду заниматься. И таким образом практически я пришел к кузнечному ремеслу. Владимир Васильевич в колледже работает у нас преподавателем, но дополнительно ведет еще кружок кузнечное дело, сварочное дело. Они да не дождутся, когда практика в основном, потому что теория для них это сидеть очень плохо откладывается до тех пор, пока он не взял зубило в руку и хотя бы один раз не ударил правильно. Он все подробно объясняет, как там каждому подойдет, объяснит, как надо ковать. До скольки разогревать железо, там правильно держать инструмент. Говорю, остается у вас время, успеваете? Говорю, я у вас художественные ковки показываю. Или цветок, или, значит, розу. Даже девчонка говорит, да, я, у меня не получится ничего. Я говорю, все состоит, любое дело состоит из отдельных деталей. Когда вы последовательность выполняете одно за другим, у вас все пойдет нормально. Неоднократно выступал он победителями выставок по кузнечному мастерству. Это вот околица, он постоянно участник. Горжусь солнечные часы, которые в 2013 году установлены в БКЗ. Принц Золушка, колледжа культуры. Смотришь, там постоянно сидят на этом стульчике, постоянно ногу туда примеряют. Я очень много провожу мастер-класс. У кого-то смотришь, прямо аж глаза горят. И вот думаешь, что да, он если не будет кузнецом, но хобби у него это останется. Вот это меня очень завораживает.